В Инстаграм ко мне подписался профиль под названием Family Look. Название говорит само за себя. Оказалось, что это бизнес-страничка, и на этой страничке предлагают пошив платьев для мама плюс дочка в стиле Family Look. Я списалась с девочкой в Вайбере, узнала цены. Цены оказались достаточно приемлемыми, даже очень приемлемыми. И мы договорились на день, когда мне нужно с ними списаться, чтобы дать свои замеры для пошива платья для меня и Майи. Под фасоном я долго не думала, я хотела, чтобы это была пышная юбка, что это было желтое платье с какой-то черной отделкой. А знаете, что самое удивительное? Платье мне пошили за сутки. Еще во вторник вечером я дала замеры своей ребенка. На следующий день, в первой половине дня, они спросили, нужна ли мне повязка. И после обеда, примерно часа в 4-6 вечера, у меня попросили данные для отправки. А платье вот только вот совсем недавно достала из пакета, они вот еще вот в таком мятом состоянии, но я хочу сказать, что платье очень качественно пошито, это очень ровные красивые строчки, это качественные ткани, то есть, ну, не какая-то там дешевая ткань, это коттон и бант коттоновый, вот я очень просила, чтобы ткань была именно матового цвета, вот чтобы совершенно не блестящий, потому что, на мой взгляд, эти совсем блестящие ткани, типа атлас, они очень дешево выглядят. Расскажу о том, как пошито это платье. Здесь бантик на застежке, на липучке, а с другой стороны он пришит. Здесь вот такая вот скрытая змеечка, точно такой же бант и на моем платье. Липучечка здесь, с другой стороны он пришит. И змеечка. Ну, впереди вот так вот просто желтое платье, такие коротенькие рукавчики, черный поясок. И внизу я просила, чтобы сделали вот такой вот фатиновый подъюбник. Здесь фатин 2 яруса, чтобы юбка была пышнее. Такой же фатиновый подъюбник и в моем платье. Я очень довольна результатом, ни капли не жалею о том, что вот заказала у них пошив платья. Особенно меня удивила их скорость пошива, это просто мега скорость. В дальнейшем, если мне понадобится какие-то наряды в стиле Family Look, я буду заказывать только у них. Там выбор расширяется с каждым днем, выбор сумасшедший, расцветки ткани такие красивенные, просто сумасшедшие красивые расцветки тканей. А какая Майя в нем, в этом платье, ну просто, она такая клевая. Блин, вообще, ну вот будут фотографии, будет видео с дня рождения, вы увидите, она такая прикольная, такая красивая, вот эта юбка пушистая, она мне безумно нравится. У Маюшки на ножках будут вот такие вот черные пинеточки с ленточками, а на головке будет такая вот черная повязочка.